За 7 лет я ни разу не была на твоем концерте. Так ты что, обманываешь маму? А что я ей должен был сказать? Мама летит с тобой в Москву. 30 лет я живу вместе с мамой. Я знаю наизусть ее каждый шаг. Мы с мамой улетаем в Париж. Галя, вы опаздываете. Галь, у меня когда-нибудь будет детство? Я поздно сегодня, если что, секретарю. Новые истории, алло. Новые герои. Я сказала, что по этому номеру может быть моя мама. У нее темно-русые волосы и голубые глаза. Нет, здесь такой нет. Если я стану мисс Снежинкой, то у меня настоящая принцесса. Мы с Полей поссоримся навсегда. Я вообще не представляю, как мы ей устроим этот концерт. Один зал есть. Зал нашего стриптиз-клуба. Главный. Мам, я рукой махну, и ты нажимай на кнопку. Давай. Давай тогда поиграем в мою игру. Обещаю, что будет интересно. Слишком много обещаний на сегодня. Меня зовут Сильванов Паша. Тебе не говорили, что баловаться по телефону — это нехорошо. Детский дом номер 4. Передайте ей, что я ей звонил. Продолжение фильма «Мамы». Новый год на носу. Наступай еще, наступай. Поздравляю. С наступающим, кстати. Это даже на домашнюю выпечку не попадает. Это всего лишь торт. Я бы такой же смогла сделать, если бы было время. Дедушка Мороз миленький. Это для мамы. Гош, ты вообще кого привел? Скажи спасибо, что их вообще одел. Я не могу больше слушать эту музыку. Давай пересядем. Ну, один раз живем. Надаем на жалость и все выиграем. С Новым годом, мамы. С этим столиком, видишь, кто? Узнаешь? Ален Делон. Слушай, правда, Делон. Мам, я люблю тебя! А где трусы с петушком? Что же вы такого петушка не повесили? Ну вот, совсем другое дело.